Привет всем, привет всем! Вас приветствует канал Лига Music Wars, а у нас строительный бум! Наконец-то дождались очень интересные вещи. Это строительство резиденции. Так сказать, немного прошло времени. Почитав форумы, эта идея была предложена еще в декабре 2014 года. Ну, наконец-то ее реализовали, молодцы. Не прошло и 3 лет, можно сказать. Так, а теперь давайте-ка быстренько по ней пройдемся, потому что обзоры вододелов уже на нее сделали. Это мне все неинтересно, получается по одному и тому же кругу. Резиденция состоит из этажей, то есть каждый этаж идет на улучшение, то есть если первый этаж это 500, потом 1000, 2000, там 4000, то на 10 этаже эта радость вам обойдется примерно в 200 тысяч кирпичей. Не знаю, кто такую сумму может накопить, но бонус, ребята, от постройки зданий на 10 этаже будет просто громаднейший, если честно. Сейчас рассмотрю, и вы увидите примерные бонусы, сколько будет давать. Плюс, чем сильнее ваша группа, тем больше шанс того, что у вас останется резиденция, и она не будет разрушена. При войнах, когда на вас нападают, будет происходить разрушение какого-то из зданий, и на его восстановление потребуются кирпичи. А еще у резиденции бывает вот такая вещь. У вас прошла война, то есть вот она закончилась буквально минуту назад, и мы в резиденции сразу теряем комнату. Пишут, помещение подверглось ограблению, и все, и соответственно устранить. Если у вас есть кирпичи, то они просто списываются, если же нет, то вы покупаете их за звезды. И так будет происходить с любой комнаты. И, соответственно, чем выше комната будет грабиться, тем дороже будет ее устранение. Как говорится, палка о двух концах. Но все равно резиденция дает большой бонус. Ну и давайте немножко подробнее остановимся на самих зданиях. Давайте перейдем в более веселую программу для их разбора и посмотрим, что же нас может ждать с уровнем повышений. Ну вот, теперь давайте все поподробнее, быстренько рассмотрим наш строительный бум. Сами в резиденции постройки распределяются на 26 различных улучшений. Я их все описывать не буду, они у вас все на экране есть. Если хотите, поставьте на паузу и посмотрите. Как вы видите, стоимость улучшения идет и улучшается с каждым уровнем. То есть я начал с самых минимальных и так далее. Самые дорогие у нас 13500. Это увеличение скорости восстановления пропуска на полигон. Видимо, считают, что это самый востребованный из всех. Так, а теперь давайте по самим бонусам. Нехитрыми расчетами, небольшими, совмещением получается текущего состояния на постройку на первом уровне, на третьем уровне и на пятом уровне была выявлена формула по увеличению каждого из параметров. Соответственно, давайте по первому. Хранилище самое первое, дешевое, выплата кредитами 60% от зарплаты один раз в день. Увеличение за каждый уровень будет 30%, то есть бонус на 10 уровне, соответственно, составит вам 300%. Но не забывайте, что хранилище можно поставить несколько раз. Это я покажу вам в конце.
Соответственно, дальше будет идти также для каждого параметра. Можете также поставить на паузу и посмотреть. Описывать я все не буду. Самое интересное, только я могу сказать, что данные по уровню увеличения примерно приблизительные. Там немножко хитрее формула на пятом уровне, потому что по сравнению не совпадает буквально на 0,1-0,2%. То есть я приближаю к более большой цифре, ну, к большой цифре или, скажем, к более ровной. Так, следующие у нас бонусы. Не забывайте, это улучшение получается за одно здание. То есть несколько зданий можно построить. То есть можно получить несколько бонусов. Прикольный. Комната развлечений. Итог в музбокс. 1% к очкам и 3% к супер очкам. То есть действует на пассивке. Классная вещь. То есть собирать не надо. Так же, как и влияние. А вот зены придется заходить вам каждый раз в резиденцию и собирать один раз в день. Самое, по-моему, смешное, это мини-реактор. Пропуск на экспедиции, ускорение 1.75. Его увеличение составляет 0.175. Посмотрел. Ну, прикольно. Действительно, совпадает даже на пятом уровне. То есть, соответственно, я думаю, что на десятом будет то же самое. Хотя, допустим, пятый уровень поднятия здания стоит уже... Ой, шестой уровень поднятия здания стоит 15 тысяч. А должен был 16 стоить. Так, и давайте на примере небольшого. Вот спа-салон стоит 5200. Как вы видите, у него оборудование, видите, 0 из 3. То есть 3 спа-салона можно будет построить в резиденции. Не забывайте, что на постройку здания требуются комнаты. Соответственно, чтобы построить спа-салон, нужно 2 свободных комнаты на этаже. Ну и давайте небольшой маленький расчет для первого этажа. Соответственно, вы потратите 500 за открытие одной комнаты, потом 500 за открытие другой комнаты и 5250 вы потратите на постройку самой комнаты этой спа-салона. Вот. И если вас в войне будут грабить, соответственно, вы будете восстанавливать за 10% от ее стоимости. То есть, соответственно, вам это обойдется в 525 кирпичей. Останавливайте на паузу, ребята, смотрите, кому интересно данные в таблице, кому интересно посмотреть, какие параметры и что можно поставить в самих резиденциях. А я вам говорю спасибо за просмотр, приятной игры и счастливо вам, ребята! It went all.